Хей, hey, окей, с вами Живгей, мы продолжаем родить игру по названием Borderlands 2. Да, это просто у нас Borderlands. Так, как я... Так, давайте вспоминать. Мы с вами зашли в дом. Ага, на горе нам уже нужно вернуться в этот. В убежище, да? Да, в убежище. И там немного сдать задание. Сколько у нас с вами камешков? Мне еще интересно, потому что я давно не заходил. 27. В принципе, нормально. Так, а что у нас по патрону? О, если что, если врагов будет много, сюда зайдем. И я немного похилюсь, отхилюсь. Странно, что здесь никого нету. Очень странно. О, редий. Так, подождите, мне... Давайте, может, повыше заберемся. Что здесь у нас? Деньгам. О, еще деньги, 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 деньгам. Больше денег. Это хорошо. Это что, почтовый ящичек? Гиперион объявляет об удвоении годовых поставок медикаментов. Поздравляем, вы получите целых 2 упаковки аспирина. Так, а можно сравнить? Подождите, есть сравнить. Ага. Ну смотри... А, тю, я вообще дробовик смотрю. У нашей очень жесткая скорострельность. Это покруче, там урон намного больше стал. Скорострельность, да, в убыток. Так, 6-5-кратный прицел. Критический урон. Точность повышается по ходу стрельбы. Можно купить, просто посмотреть, все равно только 3000 стоит. Давайте посмотрим просто... Давайте попробуем. Давайте попробуем с помощью этой. Так. Восстановить маячок. А еще можно в магазин сюда зайти и попродавать, что у меня есть. А, я понял. Я забыл попродавать, если что. А, у меня ничего нету на продаже. Там мне много чего не нужно. О, помните это место? Это когда мы это играли. Как он называется? Пресиквел. Дался. Так. Жалко, что здесь нету для этих. А, так у меня фул снайперка. Окей, давайте тогда. Маяк передает наш запрос. Подождем пару минут и... Ангел, прекрати. Брось притворяться, что ты помогаешь злодеям. Ангел! Так, стоять. У нас мало времени. Скоро Джон поймет, что я предала его. Защищай маяк. Если ты не справишься даже с этими грузчиками, я буду страшно разочарован. Я смотрю, что... Тебе нравится? Немного это... Слабенькая пушка у меня. Окей. Эй! Железяки! Я понял. Воу-воу-воу-воу-воу, я кое-что забыл! Я повысила приоритет твоей заявки. Проспект Бифштекса, как
Куда? Я понял. Все, поехали. Веселимся так. Ух ты ж, ё-моё. Ё-моё. Это не очень так легко. О, приятель, стой, не взрывайся! Я понял, я вас понял. Ёлки-палки. GG. Можно дробовик. Тихо, дальше. Нормально. Убиваем. Но я другого выхода не вижу. Ой, тут патроны есть, тихо. Нормально. Воу. Изи. Воу, тихо, малыш. Ай-яй-яй! Осталось немного, продержись пару секунд. И от кого ты пытаешься убежать, ты, зараза? Станция приземлилась. Подожди немного, я ее откалибрую. Жопа. Я понял, что снайперка это говно. Да, снайперка дерьмом. Я не понял, почему, где там этот урон. Урона почему-то нету. Критического, я имею в виду, урона нету. Хотя здесь написано 120%. Только что заказал кое-какой серьезный товар у торговца. В конце концов, мужик должен защищать свое достоинство. Нам пускай продадим. Продать. Электрический я оставлю. Прощай, друг. Если пойдешь в другой магазин, я тебя убью. Да, дробовик очень полезная штука. Это бесспорно. Дробовик бесспорно нужная штука. Сирион поздравляет Харриет Блэвис с рождением бойни. Теперь ей надо решить, кого из двух оставить себе. На продажу. Так,
Ну, это... Моего бывшего друга по имени Таггарт некоторое время назад наняли для истребления популяции живоглотов. Он попытался написать книгу о своих приключениях на Нагории. Если найдешь главы из его книги, я ставлю их в свою. Как говорится, беспроигрышная ситуация. А я этот забыл немножко подрубить. Таймер. Окей, давайте тогда... Полетели. Или здесь задание выполним? Ладно, давайте задание быстро выполним, побежим в убежище. Так, здесь же ничего нету. Нет, что есть? Тут ничего, ничего. А, берем машинку тогда и валим отсюда. Убить живоглотов. Искать главный куст. Так. Мне бы немного апнуться. Давайте тебя. Поехали. Так, здесь живоглоты должны быть. Раз. Два. Три. Готово. Глава первая. Сегодня в восьмых живоглотов силы, что он так вытянул на изоной, конечно, первой главы. Хорошо известно, что живоглоты считают эхо очень вкусным. Скорее всего, ты найдешь остальные главы Таггарта в кучах живоглотских фекалий. Как мне туда попасть? Короче, в фекалиях, да, нужно лазить теперь мне? Очень полезная новость. О. Глава вторая. Джек не шутил. Живоглоты это нечто. Я ударил одного из них прямо по глотке своим огромным молотом. Как меня учила мама. И он тут же взорвался. Звук получился забавный. Примерно такой. Бра! Надо на рингтоне поставить. Ух ты, ё-моё, подождите, а эта снайперка будет получше, потому что это у нас зашкварная. Глава третья. Мои парни обнаружили, что живоглоты уже так маскируют, когда их щиты уничтожат. Так, подождите. Так залезь в этот, блядь, не беси. Как? А если я это пролечу... А, тю. Ага, ну давайте пойдем сходим. Стоит, ну, блин. А не. Крит наносится. Нет, что-то пошло не так. Ладно. Ой, а кто еще тут живой? Так, живоглотов мне еще немного осталось убить. Готово. Ну хотя бы что-то дают. Говно, говно. Тут? Нет.
Ну, ты теперь в фекалиях лазить, искать все. О! Глава 4. Все прекрасно. Генри и ее друзья живоглоты убили моих ребят и укоротили специально подарок на День Матери. Который я сделал своими руками, но к черту все. Я отправлюсь туда и заберу... Так, у них свой подарок. Джек свидетель этого будущего. Лучше. Всего. День Матери, еще бы. Слышишь, Генри? Слышишь? День Матери! Так, хорошо. Ну, здесь, походу, ничего нету больше. Так, берем точилу и валим отсюда. Нам осталось найти одну главу. Давайте я посмотрю, тут не... есть где недалеко ехать. Ну, сюда, в принципе, по трассе. Давайте поехали по трассе. Так, и отсюда наверх. Раз, два. Хорошо. Может, здесь найдется? Ну, блин, я туда в гору не хочу идти. Слишком далеко. А здесь вообще в другой части города нужно ехать. Ой, ладно, поехали. Давайте я, наверное, дробовик немного поменяю. Мне только гомно нужно отыскать в гомне. То, что я ищу, и все. И можно отсюда бегать. Ребят, давайте дружно, а? Ой, до свидания. Где последняя часть? Где последняя часть? Я не вижу. О, вижу еще вон. Пускай, короче, сражаются. Они что, друг против друга начали драться? Это мод. Тихо. Что-то как-то не очень. Я же здесь что-то нашел. Да-да-да. Давайте туда сбегаем, посмотрим. Мне кажется, здесь тоже ничего такого не будет. Воу! Так. А ничего, что я в воде нахожусь. Снайперку, где шлаковую мы находили. О.
Изи. Завтрак. Ну, и все равно, как вы видите, у нас здесь ни хера такого нету. Короче, эта снайперка довольно хорошая, ее тоже оставлю. Она мне будет убивать здоровяков, которые мой персонаж сам по себе не способен убить. Застрял немножко. Короче, ясно, зря я сюда прибежал. Ищем другое место. Тогда ищем иное место. Внизу навряд ли, да? Ага. Так, у нас осталось одно место, куда можно съездить. Но это долго будет поездочка. А не, стоять, если повезет. Нет. Не повезет. Увы, не повезло. Не хочу с этими тварями драться. Так, а вниз упасть, считай, потом хер выберусь, окей. Так, осторожно. Хотя... можно съездить, но мне кажется, он, мой перс сдохнет сразу. Эй, вернись, вернись. Я просто... Я забыл, как это... спринтовать. А, F, все вспомнил. Все, я вспомнил. Готово. О, тихо. Мы аж ускорились. А, глава... Генри... Так. Зажрал мои руки. Она... Так, свежила их на моих глазах. И клянусь... Джек, нам это... Так, ладно, давайте возвращаться. О, не-не, не возвращаться, стоять. Мне нужно... Так, идите. Куда идти? Чтобы туда прийти, мне нужно туда приехать. Блин, я не знаю, на этой лучше машине ехать или лучше взять другую? Побыстрее, которая. Идите к первому почтовому ящику. Ну хорошо, давайте. Ха, а если я сначала все сделаю, а потом возьму... Оружие возьму, а? А давайте попробуем. Начнем с конца. Давайте посмотрим, будет так работать или нет. Если я начну отсюда. Смотри-ка, какая рука. Качок, иначе.
Так. А, я понял. Найс. Хотя... Не-не, так не сработает. Отошел. Блин, мне кажется, зря, да, я так пошел. Оп. А это рука, похоже, от швей. По плюсам сразу понятно. Давай, 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 давай. Да съебитесь. Так, а теперь нам нужно быстро все проехать. Главное не проебать. Побежал, 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 побежал. Осталось немного. Не сбавляй темп. Это хорошо, что я еще взял эту скоростную машину. А теперь побежали на лестничку. Давай, 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 давай. У нас еще, если что, есть минута, чтобы вернуться. А, так у меня еще время восстанавливается, тю. Тогда нормально. Тогда все успеваем. Сейчас как раз и, знаете, сдадим задание. Ой, бля, вот это, я не понимаю, резкие повороты зачем. Готово. Быстро же ты. Положи этих лапочек в ящик. Посмотрим, оправдывает ли торговец свою репутацию. А, видите, а потом мне бы пришлось сюда все равно возвращаться. То нормально. В отличном состоянии. Четко сработано. Все, задание выполнено. Я это возьму. Так. Здесь, скорее всего, что-то было. Теперь этого тут нету. Как он выглядит? Значит, его съели, да? Думаю, это может послужить нам уроком. Того, кто пытается бороться с природой, съедают. Как-то неудачно я это сформулировал. Извини. Блин, а это получше будет, щит именно. И что делать? Типа я могу найти друзей. А, ну это быстрое перемещение. Так, давайте, короче, по инвентарю смотреть, что нам не нужно, что нужно. Максимум здоровья. Там у нас увеличивается вероятность попадания... Так, выпадания редкой добычи. Повышает эффекты ближнего боя. Увеличит емкость магазина для различных видов боеприпасов. Вот это вот можно. Увеличит емкость магазина для различных видов боеприпасов. Ага, для снайперской винтовки, смотрите, 15%.
Опа. Опа. Я бы это взял. Так, хорошо. Женщина вновь обогнала Джеквиль и завоевала звание города с наименьшим числом нарушителей комендантского часа. Загляни ко мне позже. Что это за снайперка стоит? А, ну там вообще скорострельность убогая, нахер надо. Так, это оставляем. Это все на сплавку. Сплавка. Требуется класс специалист восстановления здоровья, максимум уровень здоровья. А у нас какой? О. А у меня еще плюс такой есть. Ну, так, последний рывок. Емкость магазина. Ага, все. Нет, значит, оставляем. По счету. Блин, а ну я не хочу его продавать. Да ладно. Все равно рано или поздно я бы это сделал. Что-то новенькое. Не знаю, стоит продавать. Жалко челика, но... Приятно иметь дело с искателем хранилища. Или... Ай, ладно. Ствол за плечом. Гарантия безопасности. Выкупить. Где он? Все, вы рады? Вы рады, я его выкупил. Хорошо. Мы положим его в этот. Сейф. Мы его положим в сейф, хорошо. Не будет он у нас просто валяться. Оружие, дали. Все. Гиперион, мне не нравится то, что, видите, прицел... Ни хрена тут задание! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нихуя себе! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я не удивлюсь, если там еще седьмой будет. Сколько уже серия идет? А, 32 минуты, ребят, поэтому давайте на этом закончим серию. В следующей серии мы с вами вот это сделаем. Походим, пособираем все задания. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.